Дорогие земляки, как коренной житель города Твери, как руководитель тысячного коллектива мастеров кирпичения, скажу прямо, надо идти голосовать. Каждый выберет своего. Но если спросят меня, я буду голосовать не за фантазера, не за критикана, не за политикана. Я буду голосовать за практика, реалиста, за защитника, при котором великую Россию друзья будут уважать, а недруги боятся.